с Тобиком встретились возле мусорки. А где? Я только по мусоркам шатаю же. А сейчас поедем к Викусе. Мы с Викой едем на море плавать. Как на работу. Каждый день. Поехали. Ребята, поставлю вас как мало. Кто такой Томик? Это вообще был дружбан Одиссея. Взрослый мужчина. Вот это, что я показала, машина зеленая. Это его зеленая машина. И они с Одиссеем, короче, сотрудничали. В чем заключалось это сотрудничество? Что Томик, что Одиссей, они собирают металл. И вот сейчас я смотрю, что Томик возле мусорок стоит. Люди вот так, кто не в курсах, они думают, что люди по мусоркам шляются. Про Одиссея тоже так думали, но он не ел с мусорок. Одиссей ел по ресторанам. Он еще когда-то мне говорит, о, как меня заебали эти рестораны. Я говорю, нифига себе. Який ты у нас балована Галя. Ну вот сейчас я тоже смотрю, что Томик там кипишует. Это ж кто-то выбросит, допустим, какой-то мусор. Я имею в виду мусор, допустим, ремонт кто-то делает. Они именно металлы ищут. И вот Одиссей нагребет там 1000 металла этого. Да хватит уже, Петя, угомонись. Петя, это моя машина. И звонит Томику. Томик, приезжай. Это Томик забирает себе в эту машину металл. И Одиссею дает деньги. А деньги, угадайте сразу, в какую кассу и в какой карман кладутся. Естественно, в мой. Все думают, бомж. Господи, да дай бог всем такого мужа. Как был Одиссей, мой любимый бомж. Он мне все деньги в дом приносил. Помню, стоит утром под балконом. Аленочка, доброе утро, Аленочка. Как дела, Аленочка? Только Аленочка. Роберт меня, Аленушка, дзе, Аленочка, ну короче. Я говорю, дела у меня ничего. Я говорю, как у нас дела? Таким дикторским голоском. Она говорит, ничего, Аленочка, 15 евро есть. Я говорю, так это же прекрасно. Я говорю, почему эти 15 евро внизу, а не у меня сверху? А как же я зайду? Я говорю, ух ты, блин, бедный. Не знаешь, как зайти тебе. Я говорю, где ключики скину и зайдешь. Сначала он как-то так заходил, а потом замок поменяли, что видно, что уже не так нельзя зайти. Те ключи летали с балкона только там. Так, где наша Викуся? Это, ребята, мы едем этими околицами Лимассола, оно впереди моря. Сейчас, мои зайчики, мы сейчас Викусю подберем где-то, где она лазит. Олеговна, тебе огроменный привет, кстати, от Вики. Она говорит, как там моя Олеговна? Я говорю, твоя Олеговна, нормально. И твоя, и моя. Где-то она уже тут должна меня ждать. Сейчас, секундем. Секундем, Петя, не надо нервничать. Ну вот и где она? Ну вот как не нервничать, как не материться? Ну что-нибудь такое... Чемною вовремя не приходить. Ну от скажите. От где она? От просто от где она? Неизвестно. Оно йде. Бачу в заднє зірку. Вікторія, твердо хліб. От скажи, як тебе не ругати? Як тебе не любити? Ребята, у меня есть прекрасный собеседник. Я водитель для Виктории сегодня. Он, кстати, флаг Украины, Майория. Тримайте, Виктория, это снимайте. Гули мои ноги в шторе, не надо, конечно, снимать. Уже снимайте, что есть, Виктория. Викуся, ты даже можешь разговаривать, не поверишь. Едем на пляж. Давай, как флаг Майория наш украинский, гарный. Не надо меня показывать. Есть и песницы на. Это наш Лимассол. Это мы уже выехали за Лимассол, это мы сейчас проехали Four Seasons, Mediterranean и Amatus Beach Hotel. Показывай людям, рассказывай, что ты садишь, значит, тебя в заложники взяли. Так и есть. Мы... Так, проезжаем отель, один, второй, третий. Вот это надо как-то взять абонемент, а попасть... Да, недалеко.
далеко, что тебе пешком идти? В Аполлоне лучше. О, начинаешь. Так. За, ребяточки, мы выехали уже за... За Лимассол, можно сказать. Ну, пока еще в Лимассоле. Ну, такое. Да. А куда мы едем, дорогая? А мы, дорогая, едем, куда глаза глядят. Мы же на пляж хотели. Ну, вот к пляжу и подъедем. Ну, была когда-то в Пласси, на Пласси? Нет. Ну, вот туда и поедем. Это возле отеля Амара. Боже, куда ты меня везешь? Ты меня убить хочешь? Конечно, я же занимаюсь этой трансплантацией органов. Да. Это мы проезжаем, показываем, рассказываем. Вот кусочек шторы, чтобы вы бачили. Кусочек шторы. Вот наша морюшка. Ой, даже могу тебе позволить на чуть-чуть мои ножки. Наша морюшка. За, ну только не надо меня снимать, что я толстая. Все люди знают, что я не толстая. Теплоход стоит. Теплоход. На теплоходе. Что там у нас сегодня дают? А тут, кстати, можно и не включать. Тут нет, кстати, и мой Bluetooth тоже не подключается. Мы не можем подключить Bluetooth. Да. Ну, две да, одна крашеная, одна нет. Покажи людям, какая красота. Красота, да, неописуемая. Это правда. Раскопки у нас есть. У нас все тут есть. Грязное стекло. Так. Ой, начинается. Чтобы ты меня не обосрала, это же была бы не ты. Кстати, ты видишь, какая пыль розовая, странная? Угу. Покажи, какие раскопки горные. Да, туда же камеру поворачиваешь. Это наш местный музей. А ты была там хоть раз? А что там быть? И я не была. Я с окна автобуса наблюдала. Вот этот автобус наш курсирует по всему Лимассолу. Да, чтобы вы не переживали, вы не пропадете. А вот там живут в горах. В горах. Прям в горах. На горе. На горе там живут эти... Видишь, там на горе. Туда ты хочешь поехать, да? Мы с тобой, короче, едем. Вот это в этой церкви мы садимся часто. Далекие края. Так, а есть Тихонас? Еще мы в Лимассоле. Вот это до сих пор Айас Тихонас? Да. Еще до самого Парк Лане будет Айас Тихонас. Парк Лане, боже. Ты черт не русский. Парк Лейн. Ой, простите. Парк Лане. Твою мать. Это я смотрела, я когда-то приезжаю. Передача есть в Украине. Ты же у нас черт не русский, ты же давно не живешь в Украине. И на ICTV была передача. Ой, боже, как она называлась? Не снимай меня. Да я не тебя. Господи, как она называлась? Хата на тата. Как она называется? Да, я видела. А, ты видел? Конечно. И когда мужчина остался, значит, с детьми, и мальчик учил английский. А он не знает английского папа. И он говорит, давай читай мне. Он читает сукиа, блин. А это слово было суши был. И он каже, шушу, які сукиа, блин. Я тебе покажу этот. Ребята, посмотрите этот выпуск. Сукиа, блин. Ребята, не смотрите эту хуйню. Боже, это ты натекнулась или нет? А что, нельзя? Вот это Амара отель. Да, да, красота. Вот тут Амара отель, да. Мы сейчас туда пойдем на пляжик. Если нас туда пустят, конечно. Да. В смысле, если нас туда пустят? Ой, как красиво, да? Они будут умолять, чтобы мы пришли. Пришли. Ой, да у меня много есть видео и даже трансляции из этого кафешки. Мы жили тут напротив Амары. Тогда Амара еще строилась. И я еще так возмущалась. Господи, как было шумно. Ой, все, диви. Прямо нас ждет парковочное место. Вот, пожалуйста. Вот так. Controlled by hours. Every day. Мы на месте. Мы у цели, можно сказать. А он сидит. А Будда, я пока... Да у меня на видео 1000 видео за день Будда есть. Ребята, мы скоро к вам вернемся. Так, ребята, наконец-то выгреблися. Идем у нас с палками, как обычно. Пошли к Будде, подойдем. Фома неверующий. Викуся у нас исповедует другую религию. Ну, ты тоже другую. Ну, я другую. Я другую. Все мы исповедуем. Давай животик ему почухаем. Привет, золотой, как твои дела? Иди почухай животик. Давай. Иди почухай, глянь, какой смешной. Иди почухай, загадай желание. Давай. За ушко.
За животик надо почухать ему. Денег давай. А вот именно деньги он тебе и даст. Ой, как тепленько, да, Викуся, ты это чувствуешь? Жаркенько, я бы сказала. Ну так тепло, что не мерзнем, знаете. Шо, норкова шуба тут не надо. Это, ребяточки, кто новые зрители меня, кто забыл из старых, мы тут с вами были, пласти. А жили мы, вот это прям за этим Амарой, Амара еще у нас на глазах строилась. Мы там арендовали когда-то апартаменты. Да. Это кафе Пласти называется. А знаешь, какой у них паспорт для Wi-Fi? See you in Пласти, по-моему, если у них ничего не поменялось. Фу, какая мерзость. Идем. Здравствуйте. Как ваши дела? Все хорошо? Не обижают вас? А то мы пришли, если что, вдруг помощь нужна, знаете. Переживаем. Идем, дорогая, Дима. Где ты хочешь? Знаешь, как тут хорошо? Прямо с видом на море. Какая тебе разница? Столько, сколько и везде. Не дороже денег. Да тут классно. Идем. Ой, что тебе выпил, скатился по ступенькам, и ты уже освежен в море. Знаешь, как тут хорошо. Ты была тут когда? Ну, потому что я тебя сюда не привозила, вот привезла, радуйся, ходи, а ты бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Давай не будем двойной брать. Мне надо развлечься. Ну, вот, например, как ты смотришь на этот вариант. Выбирай. Вот сюда и бросай. Эти, Кости, возьми, пожалуйста, кушать. Сейчас, зайчики, вот тут мы и лежим. Мы сейчас и в трансляцию будем положить. Вот так вот, палки уже на месте. Сумки. Глянь, как тут замечательно. Ты в тени хочешь сегодня быть? Да, вообще. Ложись, я пойду на сон. Пожалуйста. Глянь, все для тебя. Рассветы и закат. Моря и океаны. Песня в тему. Давай, снимай, раздевайся. Хоть посмотрю, насмотрюсь на себя. Как это в фильме? Мы так близко подошли к этому. К этому? Господи. Фильм «Любовь и голуби». Как это? Слышь, слышь, насмотреться не могу. Люд, Люд, сумки твои возьми. Люд. Сумочка окрашена. Ну почему же окрашена? Это мой натуральный свет. Ребята, как тут классно. И ножки помыла, копыта освежили. Сейчас будем какой-то коктейльчик возьмем. Смотрите, как тут хорошо. Кайф, кайф, кайф. Да, я видео небольшое запишу. Давай, забирай свои лахи, сигареты, все на свете. Пошли. Пошли. А ця не намилася, знаєш, тут таке впечатлення, дорвалася до безплатного. Пошли. Ідем, піднімайтесь наверх, жінчина, не стесняйтесь. Що арабську жінчину гадила в пари, наконець. Какой-то коктейльчик, какой-то мохито может быть. Гляньте, как хорошо. Тут и на травочке можно полежать. И что хочешь. Пошли туда с видом на море. Вон, вот на стульчик, как значит, на журдочке. Пиши. Тут классно, тут у них и вечеринки всякие проходят. И все на свете. Тут очень классно. Там мы не гордые, мы сами подойдем. Ты кушать хочешь? Есть. Нет, ты хочешь есть? Нет. Не хочешь. Сюда? Давай сюда в тенек за крайний место. Я всегда люблю крайнее место. Вот там вот, с видом на море. Боже, какая красота, честно. Ты мохито будешь? Non-alcohol? Да. Бабена. Сколько денег? Нисколько, я угощаю. Не пизды. Налей мне, мальчик, в одноразовый стаканчик. Здравствуйте. Can you give me please меню, drink меню? Drink меню. Какие глаза у него красивые. Ой, моя ласточка. Як дела? Кала? Have a nice day. Where are you from? Ой-ой-ой. For you is normal climate, да? Климат окей. Okay. Не так жарко хотя бы, да? Хорошего дня вам. До свидания. Слушайте, у вас такие глаза красивые. Have very beautiful eyes.
Very beautiful eyes. Thank you. Very beautiful. Excuse me за той путем. Я камеру мальчику чуть в это в рот не всунула. Что ты долго думаешь? Excuse me, не уходите далеко, мы уже готовы, мы определились. We are ready. Мы кончили. Подойдите. Я не понимаю. Мы готовы с заказом. Ты что, английский забыла? А они что, не понимают, что у нас времени мало? Я английский забыла. Я не забыла, я ему говорю, we are ready. А ты что-то еще хочешь выбирать? Выбирай. Давай для начала с чего-то начнем. Я просто смотрю, что ты... Давай с чего-то начинать уже, господи.